На заседании обсуждали вопросы организации перехватывающих парковок, а также парковок в центре города. Автомобилисты требуют вернуть возможность оставлять машины на площади Нахимова. Напомним, решение о запрете проезда и парковки автотранспорта на площади Нахимова было принято 12 мая 2014 года Сергеем Ивановичем Миняйло, тогда еще в статусе исполняющего обязанности губернатора. Вначале площадь закрыли по его устному распоряжению. Позже появился официальный документ, который пытались оспорить активисты дорожного контроля. Однако запрет остался, и в отсутствие альтернативы улицы Ленина, проспект Нахимова и улица Большая Морская по всей длине превратились в сплошную автостоянку. Из трех полос движения свободной осталась лишь одна. Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей ситуацию не исправила все по той же причине. Иных вариантов размещения транспорта в центре города пока нет. На сегодняшний день вот одной из составных частей, да, это эвакуаторов, создало огромную проблему для севастопольцев-автомобилистов, которым фактически негде парковать автомобили по причине того, что центральная часть города закрыта для автотранспорта, получается, в большей части. При этом это создало проблемы не только для автомобилистов, но и для жителей центральной части города. Автомобили поехали внутрь центральной горки, внутрь прилегающих кварталов, и фактически сегодня там даже пешеходное движение затруднено. Замалчивать данную проблему просто нет возможности. Если мы и дальше будем не реагировать на эту проблему, то летом просто город, центральная часть в частности, она встанет. В конце нашей встречи со всеми замечаниями и пожеланиями мы сформируем действительно итоговый документ. И для нашей организации это будет последняя попытка донести нашему правительству данную проблему. В последующем, если никаких мер не будет принято, мы этой проблемой заниматься больше не будем. На заседании с докладом выступил заместитель директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Петр Буйвидас. По его словам, на сегодняшний день организация парковочных мест возможна только на площади Восставших. Парковка там может появиться уже к началу туристического сезона. Площадь Нахимова по-прежнему останется закрытой для парковки автомобилей. Есть решение, которое на сегодняшний день никем не отменено и не признано незаконным, пояснил Петр Буйвидас. Светлана Щербакова, Павел Красиков, Севинформбюро.